Старые диваны, ковры и даже детали автомобилей жители частного сектора вынесли на обочины улиц. Вот такие последствия субботника можно наблюдать в нашем городе. Директор управления ЖКХ Владимир Захаров призвал берчан проявить сознательность и убрать негабаритный мусор с улиц. Мусор, который собран на территории в рамках благоустройства, в рамках субботника, в муниципалитет за свой счет вывозит на свалку ТБО. Главная причина, почему мы вышли с такой инициативы, это для того, чтобы жители мусор не жгли. Мы лучше его вывезем. Проблема в чем, что вместе с мусором, который собран в результате уборки этих территорий, прилегающих для благоустройства, жителям выносится бытовой мусор. Это кресла, диваны, кровати, окна, унитазы, ковры, бампера и так далее, так далее, так далее. Вот этого делать ни в коем случае нельзя. Такой мусор муниципалитет возить не будет. Мы рекомендуем жителям, кто хочет вывести этот мусор, возить его самим. Прием осуществляется бесплатно на полигоне. Можно, в принципе, этим воспользоваться. Талоны можно взять по адресу Ленина, 18, в кассе спецавтохозяйства. Напомним, что ранее власти города объявили, что будут бесплатно вывозить мусор, собранный в ходе субботника. Но речь шла о прошлогодней траве и листьях. Бытовой мусор, как и прежде, жителям придется вывозить самостоятельно.